Всем доброе воскресное утро. Студия RoHub продолжает работу на MDL Chengdu Major. И мы смотрим за группой C. Aster, команда Android, проигравшие своих пар, борется за шанс поиграть с командой Evil Geniuses и побороться там за выход в сетку виннеров. Противник будет в любом случае непростой. Android уже с ним поиграли. Был тогда матч со счетом 2-0. Был он достаточно легкий. Но после этого ЕГЭ, мы помним, проиграли Ликвидом в тяжелой битве. В трех картах. Со счетом 2-1 Ликвид обыграли противника, хотя изначально проигрывали сами 1-0. Aster — команда с громкими именами, о которых многие слышали. Разумеется, с Triple C, разумеется. Ну, в общем, тут, наверное, тут всех, кроме вот этого новенького Чуаня, да, нового образца, который появился относительно недавно. Все остальные игроки прям уже себя на дистанции показали. И в какой-то момент находились в тир 1, но вот сейчас перешли в тир 2 и пытаются снова вернуться в топ. Получится это или нет, пока не получается. Пока у Aster были проблемы в рамках групповой стадии, очевидно, что они оказались здесь не просто так. Проиграли они Ликвидом 2-0. Возможно, Liquid просто сейчас немножко другая команда, и реально все изменилось, потому что Liquid до этого мейджора была командой, которая... от которой никто ничего не ждал, потому что они провалили ESL, они не вышли с групповой стадии, там проигрывая почти всем, поэтому кто бы мог подумать, что Liquid смогут обыграть две команды подряд, в том числе и команду ЕГЭ. Ну вот как-то так. Мы переходим плавно к драфтам. Да, первую карту откомментирую я один, после мы уже будем работать вплоть до конца дня с Форсом в полном составе. Keeper of the Light, Phoenix, Lycan и Legion Commander от команды Android. Найтсталкер, Рубик, Лич и Джиггернаут от Aster. Ликана мы вчера видели от Рамзеса на позиции 3. Да и в целом Ликан время от времени стал появляться под определенной стратегией. Обычно это очень быстрые, очень активные карты. Тут парень пишет, все пики пропустили. Я не вижу, что мы что-то пропустили. Ты можешь, мы же на стадии драфта включились. Странно, ты пишешь, пропустили все пики. Вот тебе пики, смотри. Можешь смотреть сколько тебе душа угодно. Но, похоже, что здесь Ликан, конечно, будет кэрри. Легион Командер отправится на сложную. И Феникс вместе с Keeper of the Light пара саппорта. В Android команда из Юго-Восточной Азии, наверное, про нее мало кто слышал. Про вот этот вот тегнейм. Полностью состав из Филиппин. Так что филиппинская дота обрывается не только в тир 1, но и в тир 2 сцену потихоньку. Коэффициент от париматч на Android крайне высок. Разумеется, в этом матче Aster является фаворитом абсолютно. Учитывая, что вообще от Aster ждали, что они могут обыграть Liquid, вполне. Но не получилось. Но в этом матче все склонны говорить о том, что Aster победят. Да и с большой вероятностью со счетом 2-0. Найтсталкер здесь был сложной линии. Да, у нас кэрри Найтсталкера используют совсем мало команд. TNC как раз одна из таких команд, но здесь все будет по стандарту. Очень классная комбинация Найтсталкер Лич может быть. Потенциально. И осталось здесь по мидеру. Двум командам. Инвокер это дроид. По-моему, ребята вчера его так хорошенько подспамили. Не сказать, что в итоге удачно, но они его прям брали. И брали не всегда на 21-й, иногда и пораньше. Ну и снова игра, где появляется инвокер. И классический Драгонайт в ответ. Вообще решили не выдумывать велосипед. Отличный герой, который способен и волну юнитов убрать. Там Ликан своими некрами, своими... собаками, можно его просто выгонять, отспамливая. Появляется пуш-потенциал.
Ну и, разумеется, появляется невероятно стабильный герой, которого на центре ничего сделать нельзя. Драгонайт будет стоять там уверенно. Тут, наверное, все зависит от того, насколько будет эффективен Ликан, насколько сможет Нацуми этого героя использовать. Потому что если Ликан здесь не сработает, то, боюсь, все будет очень тяжело. Найтсталкер возьмет свои базовые предметы. Ну, в общем, я смотрю, чат разделился, потому что многие считают, что Ликан тут может выиграть игру. Я лично так не думаю. Даже несмотря убрать тегнеймы. Очень высокий потенциал от пуша есть. Тяжело будет заходить настроение. Тут и Рубик может отспамиться, и Лич может отспамиться, и Лич может и башню защитить идеально. Так что, чат уж извините, я лично здесь склонен верить, что Астра смогут своего противника обыграть. Да и Джиггернаут какой-то Майлштроум купит. Найтсталкер потенциально Аганим покупает не первым, там, не вторым слотом, но он может быть. Тут Спирит Весел вполне невероятно, XXS может зарядить. Кримсон здесь будет прекрасно смотреться. И посмотрим, что будет по Инвокеру. Инвокер от Мака Квас Экзорт. Видимо, и на этой карте будет. Вчера он его так подспамил немножко. Сложно сказать, удачно это было или нет. Ну, скорее нет. Скорее этот Инвокер не доставлял дискомфорта противнику. Классический первый пик на турнире, пишет парень. Понимаю, понимаю. Чалок мне доказывает, что это первый инвокер. Понимаю. Я ведь не про команду Адроид, а в целом про инвокера, которого мы видели. Ну, неплохо так Найтсталкера побили. Считайте, на два танка просто сейчас разводят. Буми еще идет, еще один удар делает. Может быть, даже Спирита постарается плюнуть, плюется и падает. Хорошо. Ну, выбить регена с Найтсталкера быстро, это прям удача. Максимально реализовать Спирита. Буми отходит назад. Сам, правда, теряет немало хп, но у него очень много регена. Две фласки и 6 танга. Драгонайт и инвокер на центре. Достаточно скучная линия намечается. Драгонайт здесь неубиваемый. Ну, а инвокер должен каких-то крипов забирать. Драгонайт возьмет себе пассивку в 2, и тогда все может стать чуточку сложнее. Ликаны нынче покупают быстрый доминатор, независимо от позиции. Позиция это 3, либо позиция кэрри. Всегда нужно взять побыстрее доминатор. Никра в ботинок в приоритете не стоит никогда. Он, Найтсталкер, таки крипов-то подводит к себе под башню. Теперь можно и пофармить, топорик есть. Квикбай стоит быстро гоним, то есть скорее, знаете, билд типичный на позицию кэрри Найтсталкер, а не сложной линии. Все-таки хардовик предпочитает взять какие-то ауры, какие-то предметы для своей команды, там, будь то Кримсон, опять же, Спирит Весел есть вариант. Но тут Спирит Весел, конечно, выключается пресс-атаком, что не очень круто. Ну, а гоним понятно, насколько здесь будет хорош. Опять же, все это будет происходить под личом.
Все это будет происходить в центре нахождения многих юнитов. Разумеется, XSS в какой-то момент сможет купить и Blink, если все пойдет хорошо. Ладно, уже о будущем говорим. Инвокер 3 крипа, Dragon Knight 10 на 5. И тут борьба идет за каждого крипа у Мака, даже под тавером. Феникса тяжело при этом наказать, он очень нагло играет, постоянно раскидывает спиритов, очень много выбивает регена. Два танга всего остается, и при этом убить его не получается, потому что просто нажимается Викарус, и все. Снизу атака на Легион Командер, просто атак есть, хватит ли это боку. Еще один удар остается сделать, и не позволяет S-CCC подойти, сделать этот финальный удар. Легион Командер вынуждена, правда, уходить на базу, теряет немало времени, ботинка нет, хорошо, что МС без него не маленький. Но в целом Джиггернаут сейчас получает пространство для того, чтобы фрифармить на линии. Потому что до этого были какие-то проблемы с добиванием крипов, теперь их нет. 10 крипов инвокер, 17 крипов у Dragon Knight'а. Рейндж крипа динает инвокер, ну хотя бы так. Но пока Dragon Knight... Ну все, не то что пока. Все, Dragon Knight пассивку берет в 2. И никаких проблем больше на линии быть не должно. Появляется еще и Брейсер. Возможно, правда, будут с маной некоторые проблемы. Учитывая, что он не стесняется память Брисфайр. Там атака снова. В этот раз Кипер взылает, и убить его стало чуть проще. Да, комбинация как и Найтсталкера с этим щитом, так и Джиггернаут с щитом. Просто будут работать драки невероятно. А на линии так особенно раскрывается. Блейд уже в 2 прокачан. Но пока начало лучше не придумать. Понятно, что можно еще и все линии убивать, но в целом по трем линиям красота. Найтсталкер фрифармит. Драгонайт фрифармит. Джиггернаут фрифармит. И еще при этом и убивает. И при этом наказать никак S-CCC нельзя. Лич уходит на базу. Нельзя сказать, что у него ресурсов тут было мало. Но вот видите, принимает решение пойти отдохнуть. И с новыми ресурсами снова атаковать. Если Легион Командер убивать тяжеловато, то с Кипер взлает там все проще. Там разница в ХП серьезная. 300 единиц. 300 единиц. Сразу просто со старта. Блейд. Щит. И живет Бук. А Джиггернаута привозится дополнительный реген. Кадан Селф. И скоро можно будет снова нападать. Пока контролем баунти, нет Блейда. Но такое ощущение, что и без Блейда готовы здесь Астры показать свои зубки. 3 руны для Астера, 1 для Дроид. Похоже, есть идея пытаться убить Лича. Dragon Knight возьмет к этому моменту уровень 6, и можно будет попушить. Все по таймингу, катапульт. Ну, хорошо, молодцы. По таймингу все без вопросов. Нет Векса. Я думаю, что об этом Dragon Knight знает. Ну, очевидно, Векс ни разу не видел. Там Алакрити какой-то или что-то подобное. Барда ставит сет. Хиппер взлайт и видит, что здесь все в центре. Атака уже Dragon Knight'а происходит прямо сейчас. Blinding Light. Подходит сюда еще и Рубик. И контратака не самая удачная. Фейтболт еще хуже, правда, телекинез. Подходит Фейт. Еще один удар. Щит на себя. Полетел Sunstrike, Sunstrike мимо. Фейт все-таки посмертно, похоже, делает убийство. Хотя очень долго живет. Принимает еще и удар на Феникса. Делает ему несколько ударов. Этого вполне хватает, чтобы сделать фраг. Принимает и Кипер за Лайта. Задувки нет. Идет Бобока один. Но у Бобоки нет нюков. Хоть и будет возможность использовать Фейтболт за счет Манго. Но ребята эту башню сохраняют. Использован глиф. И пуш пока не удается. Да, мощно, мощно. Девардинг от Лича. Неприятно. Дополнительные деньги для Фейда. Приходит снова инвокер, колснэпом спамит. Нужно быть аккуратнее. Потому что инвокер все еще 10-1, но у него уже появляется векс. Нужно задуматься о потенциальном в будущем детекшене. Но с другой стороны остался Ликан один. Он фармит, несмотря на то, что там Найтсталкер ночью кайфует. И фармит снизу и Джиггернаут. Так же, как и ЛЦ. У всех коров очень много денег.
Кроме, наверное, инвокера, да. Инвокер единственный герой здесь, у которого игра не особо пошла. Кстати, это даже Мидас будет. Дас. Ну все, у Success есть фейзы. Есть базилка, очень много брони. Убить его даже в шейпшифте не удастся. Ведь он еще умудряется тут стоять, просто погрыз собак. Снизу атака на бока, телепорт и успевает. Не успевает, у Лича неожиданно уровень 4. И как же Фейт выжидал? Появляется Синистер Гейс, и он просто притягивает ЛЦ, отменяет телепорт, и фраг сделан. Драгонайт, стан по инвокеру, есть фейтболт, инвокер в панике. Готов уже кастовать Гостволк и убегает. Но убить-то не убили, но не в этом, я думаю, была главная идея. Главное, что башня падает, и со второй драгонформой забрать башню очень даже неплохо. Донайте инвокера здесь не рискнет, слишком опасно Рубик рядом, может быть, Ликинес. Надо быть чуть аккуратнее. Феникс смещается вниз, а с трипл си будут быстрые барабаны. С барабанами можно претендовать на убийство омнислэшем. Ну, Keeper of the Light, с детекшеном и инвокера. Но это все попозже. Находят стаки. И сейчас их можно немножко пофармить. Регенерация у Драгонайта. Ой, красота вообще какая. Заканчивается форма. Ну и сейчас можно будет поддуть крипов. А големов даже оставить. Смоук от Адроид. Ликан, шейпшифт пошел. Влетает и Феникс. Феникс без ультимейта. Идет Легион Командер с дуэлью. Ну, Драгонайт это плохая цель Бобока получше. Шрайн здесь активирован. Дуэль давать сейчас пока не хочется. Есть Телекинез. Телекинез идеальный. Трех героев станет одновременно. Рубик убить так и не получается. Бладни Лайт. Собаки грызут. Залетает сетка. Есть Синистер Гейс по Ликану. Добивает санстрайком все-таки Рубика. Но Ликан остается без шейпшифта. Ну и ничем не помочь. Хотя, с другой стороны, не использовал бы Illuminate, дал бы Blinding Light. Я думаю, что это могло бы на какое-то время Ликана спасти. А по итогу у нас 2 в 1. Лич выжил. Еще и пытается загрызть всех юнитов здесь, в том числе и доминаторного. Ну и собачки также не живут. 7-2. Перевес в 4000. Найтсталкер все это время фармит. Кроме того, что убивая, да, 59 крипов. И Аганим появится потенциально невероятно быстрый. Дуэль. Санстрайк. И... На. Обидно. Обидно. Не хватило варда, но не было маны. Второй бы вард, я думаю, сейчас бы спас от этого удара. И вполне вероятно, что Джиггернаут бы крылся. Десятая минута. По баунти все спокойно, все драки произошли до баунти рун. Готовится атака на Феникса, видимо, ну и, разумеется, на башню. Это приоритетно. Keeper of the Light в ловушке, присасывает его к себе Фейт. Стан по Keeper of the Light, улетает Спирит и Чайник, дабы наверняка, еще и Фейтболт. Крипов убили, говорят, что там и Феникс, ребят, можем попробовать его. Выходит Чуань. Феникс пытает... Ну, Феникс выигрывает время, на самом деле. Молодец, молодец, Буми. Даже если он погибнет, то он реально выигрывает время. Башня стоит снизу, ведь Бок и Нацуми башню забирают. Деньги для Ликана. Но Феникса в итоге находят. Находят и добьют. Да, добивают Феникса. А размен произойдет. Размен происходит. Ликан доминатор, Нетворс, четвертый, инвокер на второй позиции, несмотря на не самый удачный старт, но маг просто ушел в лес и время от времени кидал санстрайки, получал ассисты, что в целом неплохо. Ну, Мидасик работает, фарм идет, санстрайки тоже, в общем, под дуэль попадать несложно. Так и нужно играть. Ликан тут бегал в шейпшифте, не знаю, кого он тут хотел убить. Скорее всего, просто убегал от потенциальной атаки, а не хотел убивать. Лич очень нагло тут расставляет варды. Я думаю, что с большой вероятностью тут могут его найти. Пока готовится атака на центре. Там Легион Командер и Инвокер. Ну и вообще позиция достаточно опасная. Пока это байт на Лича, есть дуэль. Выходит XXS, пошел
Метеорит, санстрайка нет, Willow Wisp все-таки стоит, и это помогает частично достигнуть своего. Была ли выиграна дуэль? Дуэль не была выиграна, но фраг сделал инвокер. Неплохо, неплохо. Если это был тем более байт, то в целом даже плюсик. Что байт оказался неудачным. Драгонайт Блинк первым слотом покупает. Видимо, будет попытка прыгать на инвокера и очень быстро его убивать. Дуэль, санстрайк и джиггернаут. Ух, да ладно. Живет из трипл си, 50 хп осталось. Если омнислэш, можно выиграть время, попрыгать на героя каком-то. Но если трипл си просто уходит, понимает, что есть шанс отсюда убежать. Ликан прячется, себя не показывает. Легион командор очень быстро на отцах пытается скрыться. Попытка сделать телепорт. Успеет ли Фейт найти? Фейт успевает найти. Телепорт сбивается. И легион командор здесь, конечно, погибнет. Отцы от Бобоки. Отличный нюк себе забирает. Четвертый отцы. Фейтбол в купе дает хорошее такое количество по урону. По области, разумеется. Смоук. Астер выход. И очень быстро нашли, убили инвокера. Но вот одна из причин, почему Драгонайт покупает Блинк сейчас. Инвокер не успевает среагировать и уйти в невидимость. Там слишком нужно много времени. Ну, учитывая, как Драгонайт быстро прыгает, нам нужно быть готовым еще до прыжка перекастоваться в Гостволк и успеть его нажать. Это не считая потенциального детекшена, который должен быть, хотя пока я его не вижу. Найтсталкер Агани почти готов. Выходит Легион Командор, видя Драгонайта, Драгонайт блинкаут. И все. На самом-то деле, наверное, втроем тут с Санстрайком, с Метеоритом бы его убивали. Даже если не сдуэли, то потом. Некуда бы ему было деваться. Джиггернаут, Яша. В итоге манту пока оставляет в пользу молний. И правильно делает. Есть, конечно, супернова, ставится просто вот так вот Willow Wisp, выходит бок, пытается дать дуэль, в итоге никакой цели не находит, и ребята говорят, ну ладно, окей. Нам эта руна не так уж и нужна, оставим ее, и уходят. И по рунам, похоже, 2-2. Да, 2-2 будет, слушайте, это может быть минус кипер в залайт. Ну ладно, окей, я не рассчитал наличие рейндропов, не было рейндропов. Да, наверное, тоже бы не хватило. Там надо было еще телекинез дать, еще бы какой-то нюк забрать, и тогда, может быть, получилось бы. Что у нас у Ликана нового? Некра. Фармит Нацуми крайне медленно, и что самое главное, в пике с Ликаном ребята забрали одну башню за 16 минут. Это, конечно, очень плохой результат. Врыв на Легион Командор. Больше Willow Wisp нет. Есть телекинез, есть Синистер Гейс. Отсып про затак, попытка убежать, закидывается еще чайник, и он оказывается похоронным. С3PLC выходит, понимает, что кипер взлад где-то рядом, но не понимает, что настолько близко. Прыгает по крипам несколько раз и возвращается назад к герою. Самоэл в таверну отправляется, и Аганим появляется у Найтсталкера на 17 минуте. Отличный показатель. В общем, кэрри Найтсталкер примерно к 15 минуте при хорошем фарме его получает. Но здесь у XXS была линия, как будто он реально кэрри, а не герой сложной линии. Ничего сложного в его линии не было. Телепорт от Мака. Улетает он вниз защищаться. Ну и Драгонайту, пожалуй, нужно уходить. Тут намечается прям мощная атака. Скорее всего, придется продавать Рубика. Хотя посмотрим.
хотят быстро закрыть Рубика. Рубик получает стан, выходит Легион Командер. Бубоке по-хорошему нужно просто быстрее погибнуть, дабы не отдавать бесплатную дуэль. А Феникс не стесняется и покупает еще один Мидас на 18-й минуте. Интересно, особый путь выбирают игры Адроид. С одной стороны Ликан, с другой стороны и два Мидаса. Феникса и 10-й появляется, да, прекрасно. Деньги сейчас будут очень быстро появляться. Атака на центре на Легион Командер. Но этого маловато. Будет нужно еще герой. Ставится Willow Wisp. Разрушить его быстро не получается. Еще раз присосет. И все. 100 золота. Выходит XXS с Аганимом. С Дастами. Пытается просто из драки Кипер Залайта выгнать. Отличный прокаст от Инвокера. Остается XXS без маны вообще. Но он по-прежнему слишком быстрый. Прыгает Драгонайт. Вот щитом Лича. И Кипер Залайта убивают. 15-5. Тренд доминации Астер сохраняется, несмотря на какие-то контратаки время от времени от команды Адроид. Метеорит кушается глифом. Крипы здесь не погибнут. Но, правда, и башню с пушей тоже не факт, что получится. Хотя Инвокер сейчас окажется в положении, что на него нападут. Да, нападение есть. Отца есть. Будет телекинез. Будет метеорит в ответ. Идеальный прокаст. Хватит ли урона? Нет, не хватит. Там прозатак. Там квас. Этого регена хватает. Драка продолжается, ставится Супернова в идеальной позиции. Разрушить ее здесь, похоже, не получится. И сейчас может быть просто для команды Астер катастрофа. Джаггернаут в Блейде, этому помогает ненадолго выжить. Найтсталкер влетает в центр драки, дает войд просто по всем пятерым героям. Минус 3 уже. До сих пор Астеры без потерь пытаются хотя бы Фейда добить на Цуми. И даже это сделать не получается. Омнислэш от Джаггернаута, и Ликан оказывается в какой-то моменте просто в стане. Минус 4, хотя казалось, что Супернова взрывается просто идеально. Как я понимаю, там и Хелен Вард работал, и Блэйд Фьюри в момент дуэли очень сильно порешала. И врыв Найтсталкера с аганимным войдом по всем героям задел этот войд. Очень много урона внес. И первая такая глобальная драка 5 на 5, а дроиды ее проигрывают в ноль. Отдали башню, никого не убили. И потеряли 4 героев. Баунти руны наступают 5 дней спокойствия. 5 дней, ладно. 5 дней это было бы слишком круто. Можно бы и до финала дойти. 5 минут, конечно. 5 минут спокойствия для команды Адроид. Когда можно немножко пофармить. Найтсталкер. Хотя Найтсталкер, конечно, все равно опасен. Все равно у него есть аганим. Все равно у него есть ультимейт. Поэтому в нужный момент Астры могут смоки напасть и даже днем. На центре атака. Принимает Инвокера и... Снова очень легко через блинк Драгонайта на Инвокера нападать без Линкенсферы какой-то. А Линкенсфера здесь появится еще не скоро и... Убивать его будут так постоянно. Готовится атака на топе. Тут есть Хелен Вард, тут рядом есть Фейт. О, это ловушка. Там Хелен Вард разрушает его слишком поздно. Полетел Чайник. Чайник летает по Бубоке, по юнитам. Фейда пытаются убить. Телепорт от Бока. Бок уходит. Крипы на Цуми делают свою задачу, и на Цуми понимает, что здесь нет смысла бежать. Здесь нужно только телепортироваться на базу. Ну, шейпшифта нет, целых 70 секунд сейчас. Посмотрим, что будут делать Астер в этот момент. В общем, идея была в целом правильная. Джаггернаута убить тяжело. Хелен Вард там после того, как он падает, он ведь еще работает какое-то время. Такой важный момент. Двадцать шесть. Преимущество почти в 10 тысяч.
по опыту 7500, и Dota Plus дает 88% на победу команды из Китая. Третий Некрономик на Ликана. Я напомню еще раз, команда с Ликаном забрала лишь одну башню за 22 минуты уже. Падает вторая башня потихоньку снизу. На центре стоит Т1, на топе стоит Т1. При этом башни особо не пострадали за вот эти вот 20 минут. Лич присасывает Феникса к себе. Понятно, что это байт. И понимает все Феникс, что так не бывает. Все круто. И просто смог активировать телепорт от Феникса. Смог развеян. Ликана могут заметить. Ликана замечают. И Ликан здесь погибнет. Погибнет здесь Ликан. Сайленс. Войд. За пределы ауры Сайленса выйти было невозможно. Да и, сами понимаете, не было в этом никакого смысла. Тут ничего не сделал. Слишком много контроля на тебя. В итоге изначально не самый перспективный смоук оказался удачным. Просто Омни Слэш в регионку. Бабока, пресс за атак. Омни Слэш еще и на инвокера немножко выходит, если там какой-то детекшн есть в центре. Но с центрями играть против инвокера с хорошим уровнем векса тяжеловато. Поэтому мака не догнать. Да и лично все равно в торнадо в этом моменте летал. Так что это уже не так важно. 22-6. Драгонайт уровень 17, скоро будет третья форма. Найтсталкер, Блэкенбар, блинк здесь крайне необходим уже. Настал тот момент, когда и Найтсталкер может врываться на того же Инвокера, может быть, на того же Феникса. Он сейчас становится проблемой. Кстати, а что у Феникса появляется? БКБ, ну вот это мощно, мощно в буме вырисовывается предмет. Не знаю, насколько он с этим Блэкенбаром будет в драке эффективен, то есть что он сможет сделать в момент этих 10 секунд неуязвимости к магии. Ну понятно, там Санрей выдать. Обычно в какой-то момент у тебя задача просто поставить хорошую супернову. Ну, до этого раскидавшись, понятное дело, спиритами. Смоук от команды Адроид. Все это по тайминге новые ночи. И баунти рун, конечно. Драгонайт БКБ. SCC, опасно. SCC Blade телепорт, не успеет. Получает дуэль. Blade не бесконечный, полетел санстрайк. Подходит инвокер, прокаста очень много. Омни Слэша нет, SCC ставится в Willow Wisp. Его убивают, принимают еще и лича здесь. Откидывается он чайником, это первая маленькая победа для Адроид. За последние минут 10 уж точно. Правда, драка не заканчивается на этом. Ребята здесь и втроем будут драться. Это Найтсталкер, это ночь. Сталкер полетел, атака на Легион Командера, есть торнадо, ставится Супернова, пока очень даже достойно. Супернова разрушить не получится, Блэкенбар уходит просто впустую. Блэкенбар уходит просто впустую, потому что Сталкер стоит в этом моменте в стане. Лич погибает после байбека, пытается загрызть Легион Командера, наконец-таки ее загрызли, пытается убежать Инвокер. Там должен быть детекшн, есть даст, не проблема. Инвокеру убежать здесь не получится, он под дастами прямо сейчас. Инвокера добивает, хотят принять еще кого-то. Феникс делает телепорт под Блэкенбаром, должен уходить, по таймингам успевает, успевает. Дайбэк от Лича, Джиггернаут не выкупался и все правильно делал. И еще погибает Keeper of the Light. Тут его догнал Драгонайт. Вместе с Рубиком через телекинез смогли забрать. Нам могло показаться, что игра уже в шляпе, но умудряется Адроид огрызнуться. Я напомню, кто только к нам присоединился на трансляции, что Легионка здесь является позицией 3. А Феникс позиция 4. Но Мидас плюс талант. Плюс разные КДА. И вот какой результат. Легионка 6800, Феникса 10300. Ну, конечно, Рошан это было бы идеально. Кулдауны... Адроид на многие способности, там на ту же Супернову 20 секунд. А Астерс 20 секунд Рошана забирают. Даже вдвоем Фейтер оставляет варды. Видит еще и собаку на контроле. В
появляется Некра, врывается XXS, по всем попадает Войд, находился в этой точке. Бог выходит, дуэль, нужно кого-то выбрать цель. Есть Фейд, хорошая цель. Выход на Фейда, пошел Омни Слэш, дуэли все еще нет, слишком много урона от Омни Слэша. Убивает очень быстро Легион, она выкупается, метеорит летит, но там есть БКБ от Драгонайт. XXS летит дальше, Войдом добивает еще и Keeper of the Light, и прилетает Легионка после байбека. Какой же отважный и глупый телепорт. Просто в руки противника. Феникс пытается на БКБ на 15 хп уйти. Возможно, есть смысл поставить Супернову, иначе просто погибнешь. Он успевает поставить Супернову. Начинает его Бубока бить один. Нужна поддержка минимально. Подходит с Трипл Си. Супернову разрушили. Инвокер погибает также. Ну, я даже не знаю, есть ли смысл выкупаться здесь или нет. Падает вторая линия. Падают казармы. Первая линия упала, вторая линия будет падать сейчас. Или нет, отходит два байбека. Все же напугало. Два байбека, четыре игрока на карте остаются. И Астер, довольные с огромным количеством денег после этой драки, могут отойти назад. Ого, инвокер выходит по центре противника. Бобока говорит, не понял. Это только что была здесь драка. На что надеялся инвокер, невозможно представить. На центре видит Ликана. Из Трипл Си без Омни Слэша так бы можно было попытаться выйти. Несмотря даже на юнитов. Доминаторного крипа убивают. Плюс 200. Феникс раскидывается спиритами. Я не совсем понимаю, что адроиды делают. Видимо, адроид уже не играет в эту игру. Знаете, на автомате герой просто выходит, хотя понимает, что противник рядом, противник может напасть на Феникса, там есть блинк у Найтсталкера, там есть блинк у Драгонайта, там есть блинк у Рубика, в конце концов. Три героя, которые могут ворваться и моментально дать на тебя контроль. И если с Найтсталкером ты еще можешь бороться, с Блэкенбаром, то против Рубика тяжело БКБ нажать, слишком быстро кастуется Телекена. Спадает первый Рошан. Возможно, он здесь станет и последним. Triple C забирает себе Аегис. Рыв дальше. Ликан без БКБ. Под сайленсом. ГГ. Сдаются на сумме. Ну и достаточно легкая победа. Достаточно легкая победа для команды Астер. А дроиды в итоге... взяли Ликан, но реализовать этого героя не смогли вообще никак. То есть непонятно, в чем была идея. И на самом деле вчера была ведь похожая ситуация, когда адроиды брали героев, но мы не совсем понимали, как они хотят их использовать во время игры. Был вчера Бладсикер дважды. Был вчера Сларк на центре, который на центре отстоял хорошо, но он был пикнут Войда. То есть такие моменты, когда героев берут, но тяжело понять, как команда в итоге собирается использовать. И... инвокер 2.7.4. Ну, в общем, не могу сказать, что прям неудачный инвокер здесь. Просто его хорошо закрыли. Пытался маг раскрыться через дуэль Легион Командер, но у Бока прям игра вообще не пошла. Пайп, Фейзен, 0.10.5, 6к на Творса. У Keeper of the Light 4 тысячи на Творса. Мало крипов добито. Неприятная ситуация, что так у Легионки все не пошло. Хотя потенциал был. С санстрайками дуэли можно было забирать раз за разом, но... делать это не получалось, и ни одной дуэли никто на карте не выиграл. Ни одной. Давненько я не видел такой статистики. Обычно, если у Легионки все плохо, то противник выигрывает дуэли, но здесь Легионка врывалась всегда сама, и в дуэли ее никто не убивал. Но добивать никогда не получалось, либо же добивала уже после дуэли. Ладно, Астер побеждает на первой карте. Мы уходим на паузу, и через минуток 10-15 вернемся в эфир.